Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с руководителем регионального отделения Союза пенсионеров России в Чувашии Валерием Сапожниковым. Михаил Игнатьев заметил, что обеспечение достойной жизни пожилых людей – одна из главных задач органов власти. В ходе реализации указа о снижении возрастного ценза для получения звания ветеран труда Чувашской республики увеличилось количество получателей льгот. 46 тысяч ветеранов труда получили соответствующее звание от своего трудового стажа. Они соответствующие выплаты ежемесячно в размере 1082 рубля получают. По тем направлениям, где у нас в законе предписано, соответствующие нормативные правовые документы приняли. А если взять всех получателей, их почти 221 тысячи. Валерий Сапожников рассказал, что с момента создания в Чувашии отделения Союза пенсионеров России, его руководство всегда старалось искать различные формы вовлечения пожилых в активную жизнь. Первый компьютерный клуб для пенсионеров был в России, был создан в Чебоксарах. Желающих учиться... У нас телефон не замолкал в колледже, записывались. Психологический перелом произошел. Глава Чувашии сообщил, что власти намерены активнее привлекать общественные организации, аксакалов, лидеров общественного мнения, чтобы использовать их жизненный и профессиональный опыт для решения социальных вопросов.